Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Dream Defense, Защитник снов. Ну что же, я немножечко усилил себе оружие, и я улучшил лук с дротиками, это раз. И второе, что я улучшил, это, конечно, наша перчатка-мёд. И еще я улучшил, ребята, защиту. Вот эту, не вот эту вот, которая защищает, а вот эту вот, шипы. Ну что, давайте приступим. У нас с вами 5-й уровень 4-го эпизода. Ух, была не была. Так, ну здесь, смотрю, опять у нас демон сна, или как ему увеличать. Короче, будет темноту сейчас наводить. Ну, я думаю, что мы справимся с этим делом. Как говорится, нам не впервой. Так, берегись туманного монстра. Вот так вот его увеличать. Поехали. Так, слушай, тут надо, ребят, вначале пробить. Ого. Ёпрсты, что-то тут. Как-то, несмотря на все это, они уж чересчур сильные. Эй. Ребята, это при всем при том, что я прокачал. Обалдеть. Не все так просто будет. Понятно вам? Ладно, начинаем бомбить. Мультиубийство. Так, туманный демон у нас погиб. Так, ну их тут что-то слишком много. Ладно, будем бомбить их. Давай сюда постреляем. Так, куда же они там? Так, по-моему, бесполезно бомбить. Мы вообще их не... Оу! Ёлки-палки. Вот это я, ребята, сейчас бы попал. Давай пробьем. Дротик. Дротик. Нормуль. Так, давай тут пробьем. Ну, где там этот туманный демон? Все. Нет, ребят, еще не все. Только начало. Так, что нам тут дадут? Я так и не увидел, что там дали нам. А ну-ка, пошли прочь отсюда. Да, это получается, что мне надо еще как минимум разика 2 улучшать. Но у меня на это не хватит уже ни гемов, ни денег, ни кристаллов сна. Да хорош, что у вас тут столько прет? Все-таки перчатка очень замечательно работает, в плане того, что она отталкивает еще тех самых монстров. И это дает нам преимущество. Так, последний. Я успел, нет, не успел я взять мороженое, но тем не менее уровень мы с вами прошли. Получаю я 100 гемов и выигрыш. Итого получаем 1200 монет и 336 минералов сна. Ладно, продолжаем с вами дальше. У нас получается 6-й эпизод. Кстати, ребят, смотрите, новый монстрик появляется. Это какая-то летающая мышь, я так понимаю. Надеюсь, она не будет слишком жесткой. Поехали. Так, значит, тут макаки, летающая мышь и призрак. Ладно, попробуем с ними справиться. Нам, как говорится, не впервой, да, драться с этими монстрами. Так, не пойму маленько пока. Вроде бы как и легкая, и в то же время... Ах, вот оно что, она маневрирует. Так, привидение, ты на шипы наткнешься? Наткнулась. Так, спасибо за перчатку. Это очень кстати. Да идите вы в лес, а. Хорошо, что я притарился довольно приличным запасом себе, как говорится, снарядов. О. Так, мыши. Нет, ребята, арбалет почему-то, точнее лук, уже не так хорош, как был раньше. Вот перчатка, да, бомбит не по-детски. А вот лук пасует. Либо лук пасует, либо он слишком слабо у меня раскачан. Так, последняя волна. Ну давайте, иди сюда. Мышки, ну, в принципе, они мне нравятся. Пока они обычные, они нормуль. Потом я думаю, что это будут уже какие-нибудь усиленные мыши. И тогда они будут мне столько этих бед приносить, что я потом не знаю, что буду делать. Но, тем не менее, 100 гемов. Но тут уже получше. Тут 3710 монет и 136 минералов сна. Ладно, переходим дальше. 7-й у нас уровень. Я так понимаю, 7-й и 8-й будут практически без приключений. А на 9-м появляется, видимо, волк. Нам остается только лишь проверить мою догадку. Поехали. Будем приступать. Так, режим испытания. Пройдите уровень с этим вооружением и боеприпасами. Всего лишь? Да вы издеваетесь надо мной. Я попробую, конечно. Только вот как это мне так сделать? Пройти этот уровень с тем, что они мне дали. Так, хорошо, предположим. Снаряды-то тоже не бесконечные, как вы видите.
Так, вот этого вот мне не хватало, чтобы они еще и в защите здесь были. Так, давай овечкой что-нибудь. Овечка мне ничего не дает, кроме, ребят, перчаток. Вот так вот. Погнали. Хорошо. Нет, не будем пока тратить. А-а-а! Потратил. То есть обратно я не могу ее, да, убрать. Тут либо применять, либо вообще ее не доставать лучше. Получается. Бамс. А еще? Так, хорошо. Пробиваем. Слушай, ребят, ну это реально пройти, потому что у нас уже ночка заканчивается, а снарядов у меня еще достаточно. Нафиг я потратил это все на одну макаку, а? Кто мне скажет? Нецелесообразно, да, ребята? Ну-ка. Вот так вот, шикарно. Давай еще. Бум. Так, теперь, наверное, будем перчатки с вами тратить, потому что у нас мало снарядов осталось. Ну, все, это был последний призрак, ребята, и мы с вами прошли. Но мне понравилось. Очень круто, 100 гемов мы с вами опять же зарабатываем. Да, вот здесь вот совсем не айсово, монет мало и дали только лишь кристаллы, даже минералов сна не дали. Ну а у нас 8-й эпизод. Так, здесь, ну все то же самое, поехали. Может быть мне надо было немножко прикупить снарядов? Ну вроде бы пока хватает, надеюсь, что все у нас будет хорошо. Так, хорош, макака, бросать свои эти кегли. Она же с кеглями, да, у нас? По-моему, да. Так, бомбим. Овечка что дает? Дает монетку мне. Так, тут надо дротики, конечно же, пробивать, а потом уже просто добивать их. Мышь, 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 куда ты разогналась-то? Слушай, они довольно быстрые. Они очень быстро летают. Так, подберем динамитик. Можно вот так даже сделать. Хопа. Эй-эй-эй, хорош шутковать. Ну-ну-ну, на пробивку, есть. Так, дай-ка я вот динамитом их угощу. Опа-на, а динамит-то здесь вообще не заходит против призраков. Последняя волна. Вот это хорошо. Так, дай-ка я просто их хотел просто расстрелять, сэкономить патроны, но не дают. Не дают эти макаки. Постоянно вылазят, постоянно меня нервируют. На-ка, дротиком. Получи, получи. Все, прошли. Ну, я вам скажу одно, довольно вот эти вот уровни легкие пока идут, дальше будет все намного сложнее. Ну, а тут, как мы видим, мне дали и кристаллы, и минералы сна, и монетки. Монет, причем дали 3442, это хорошо. Ладно, ребята, мы с вами продолжаем, у нас 9-й уровень. И смотрите, кто прибавляется, пес. Точнее, не пес даже, а какой-то волк, может быть, даже оборотень. Не знаю, надо проверить, что за охламон это такой. Сейчас будем его проверять. Команда оборотней, так? Оу, ребята, это действительно оборотень. Это действительно оборотень. И причем он довольно быстро двигается. Вот что я могу вам сказать. Елки-палки, он еще и помимо этого довольно-таки мощный. Так, дай посмотрим, что тут. Понятно, динамит. Ну, где вы там, оборотни? Так, здесь мы пробиваем защиту и отталкиваем их. Да давай ты... Ах ты, мышь летучая еще и плюется. Ты понял? Да ну, блин! Все, справился. Давай немножко подлечимся. Так, бомбим. Нет, ребята, нужно улучшать еще, кажется мне, перчатку. Оружие, которое вот метает перчатки боксерские. Вообще классная вещь. Урон колоссальный. Массовое отталкивание. В общем, все, что нужно нам для дальнейшего прохождения игры. Ох ты, сколько вас тут! Ё-моё! Ребята, здесь, по-моему, без оберега не обойтись. Ну, я имею в виду тот оберег, который их ловит и соединяет в одну кучу. Ну, талисман, амулет, помните, короче, да, это оружие. Потому что динамит здесь не очень будет хорошо помогать. Ну, еще, кстати, вот мороженое, да, оно может замораживать. Ну что, довольно неплохой реворд мне выдали, но все равно мало. Так, 10-й эпизод у нас. Погоди-ка, давайте, наверное, что-нибудь закупим с вами. Ёлки ты палки, а. Так, у меня стрел дротиков, короче, 77. А вот перчаток маловато, поэтому надо их закупить. Давай где-нибудь... Ну, 200, вот. Вот так вот мы с вами оставим. И что-то нужно нам из бонуса взять. Вот про это, ребята, я вам амулет говорил. Улучшить не получится. Один всего лишь мы могли купить. Ладно, и того у нас их сколько вообще? Так, у нас их 3.
Ну что, я думаю, что, наверное, надо взять вместо... вместо шара вот этого вот. Все. Поехали, 10-й эпизод. Так, опять же у нас тут оборотни, опять же у нас тут мыши. В общем, вся эта нежить и нечисть, как всегда, прет. Все накачано. Что накачано? Накачано у нее там все. Так, тихо, тихо, не подходим. Призраки, ребята, когда проходят через шипы, если вы не заметили, они получают постепенный урон. Так, еще один амулет мы с вами выбили из овечки. Так, черт подери, какие же крепкие пошли у нас тут вот эти вот монстры. Вот серьезно вам говорю, раньше они падали с удара, сейчас надо будет по два, по три выстрела делать, чтобы они подыхали. Шипы наши потихоньку тратятся, потому что чем больше через них пробегает врагов, тем быстрее они израсходуются. Давай, 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 я готов. Есть, подбили. Так, дай-ка овечку гляну. Так, нам выпал лук с дротиками. Ну что, немножко, немножко осталось. Последняя волна. Шипов вот единственное, что не осталось. И, кстати, ребята, когда я их улучшал, улучшается, знаете что? Их количество на поле. То есть вначале там был один шип, два, а потом видели, да, сколько их там? По-моему, 5 шипов. То есть каждый шип имеет определенное количество урона. Как только он этот урон весь наносит, он исчезает с поля боя. Ай, не успел я амулетик взять. Ладно, фиг с ним. Самое главное, что мы здесь прошли. Ух ты, елки-палки. Смотрите, ребята, мне ничего не дали, кроме монет. Но зато монет дали 5263. Это замечательно. Двигаемся дальше. 11-й эпизод. Кстати, сколько у нас тут еще до босса? Ох, елки-палки, тут... тут да... подожди, а я не понял, это что у нас? Последний эпизод получается? 4-й эпизод, это у нас последний? Да ну, быть такого не может, ребят. Че, серьезно что ли? 30 уровень и все? Так мы ее пройдем буквально через пару серий, если уж на то пошло, да? Ну да. Отлично. Так, ну что же. 11-й уровень, ребят, продолжаем бомбилово. Ну давайте, 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 появляйтесь быстрее. Так, режим выживания. Блин, ненавижу режим выживания. Но нам никуда не деться. Так, какие, блин, пульки. Когда нам нужны вот эти перчатки. Так, уйди отсюда, уйди, говорю. Так, тихо, 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 тихо. Не надо буянить. Ну-ка, давай так. Замечательно. Вот так мы их всех туда засосали. И в эту кучу вот лучше всего бомбить. Так, уйди. Обезьяна, уйди, тебе говорю, заморозка. Да елки ты палки. Ага, нормуль. Так, дай-ка я вот так сделаю. Хоп. Всех к ногтю, ребята, всех их к ногтю. Чтобы не буянили тут и не мешали Роберту нормально спать. А Роберт, ребята, это тот самый мальчик, которого, в принципе, сон мы и охраняем. Так, ну, ну хорош, 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 хорош. Что тут происходит, ребят? Что тут происходит? Ты посмотри. Я еле уже успеваю тут обороняться от них. Слишком плотная, как говорится, стенка на меня бежит. Я стараюсь, я стараюсь. Так, давай-ка вот так сделаем. А? Как мы их обманули. Так, сколько там еще? 12 секунд нам выжить осталось. Но я думаю, выживем. Хорошо, что мне еще лампа помогает. Это очень замечательно. Без нее бы я вряд ли бы здесь, наверное, смог бы пройти. Ну-ка, заморозку. Слушай, заморозка, ребята, работает только в определенном... в определенной области. Она не замораживает вообще всех врагов, которые вышли. А я думал, что она замораживает абсолютно всех. Так, вот наш ревард, ребята. 2500 монет, 216 минералов сна и 3 кристалла. Хорошо, мы с вами продвигаемся на 12-й эпизод. Кстати, если мы его проходим, мы получаем какую-то имбовую пушку, наверное. Я очень хочу, ребят, получить это оружие, поэтому мы должны с вами постараться. А что у нас в оружейке? Что нам тут показывают? Что нам нужно докупить? Так, я с удовольствием докуплю. Снарядов у нас мало, поэтому нужно... ага, не хватает, ладно. Давай так вот сделаем. Отлично. Кстати, ребята, вы правильно мне подсказали. И я, кстати, прислушался и стал так делать. Мы, короче, делаем вот таким вот образом. 500 гемов меняем на 41 тысячу голды. И после этого мы можем с вами так притариться. Просто до охренения. Вообще, это круто. Спасибо тем, кто это подсказал. Ну, а гемы мы с вами обязательно набьем.
Вы сами видели, за каждый уровень нам дают по 100 штучек. Ну а так как игра, наверное, скоро будет пройдена, нам нужно здесь затариться как следует. Так, давай-ка, наверное, мы еще с тобой... Подожди. Давай что-нибудь вот из этого купим. Наверное, мороженое. Мы можем даже улучшить. Вот так. Можем даже еще улучшить. Ага. И прикупим. Вот так, 16 штучек, я думаю, пока будет достаточно. Фиг с ним, была не была. Продление действия. Ну, вы понимаете, да? Четвертый уровень мороженого, то есть он будет, наверное, уже очень долго действовать. Ну, ага, тут смотрите, ребят, тут еще и тыква. Но это, по-моему, если я не ошибаюсь, открыть сейчас. Можно было за 80 тысяч открыть. А это за 300, за 300. Да таких денег я никогда не видел. Это за 70, тыква. Сильный урон множеству врагов. А здесь наносит урон и замедляет врагов, попавших в торнадо. В принципе, вот это вот все можно прикупить, если у нас будет достаточно гемов. Если мы успеем с вами это все открыть, то обязательно посмотрим. Так, ну что же, 12 эпизод, погнали. Новая пушка, как говорится, нас ждет. Так, полный форсаж. Даже вот так вот. Понял? Полный форсаж, ребята. Как же они хорошо на шипах-то, а? Дохнут. А вот летучие мыши, к сожалению, пролетают. На них шипы не распространятся. Слышите, да, как оборотень воет? Оборотень воет, значит, скоро он появится. А его, по-моему, здесь не... Ага, нету! Тихо! Заморозка! Замораживайтесь. Да, ребят, что-то как-то заморозка не особо хорошо действует. Я думал, будет получше. Подольше, поэффективнее. Наносила бы она еще урон, вот это было бы вообще колоссально. И замораживает она только тех монстров, которые вот в данный момент на экране. Новые, которые появляются, она на них уже не распространяется. То есть для этого нужно бросать еще одну заморозку. Последняя волна, я думаю, что мы с ней справимся. Так, этих нужно вот так вот. Вот так. Шипы отлично работают. Вот серьезно вам говорю. Просто вы посмотрите, сколько урона они наносят. Так. Опа, отлично. Мы прошли. Причем я бы даже сказал изи. И мы с вами получаем ледяное ружье. Останавливает нескольких врагов сразу на короткое время. Слушай, так мне напоминает это оружие, которое... Не оружие даже, а бонусы в виде мороженого. Так, ну что, ребята, вот наш реворд. 3447 монет и 290 минералов сна. Маловато, конечно, будет, но самое-то главное, что мы с вами получили вот это вот оружие. Я вот не знаю, мне, конечно, хотелось бы его улучшить, прежде чем брать, потому что перчатку менять, ну, нет смысла пока, ведь согласитесь. Дротик, кстати, арбалет, ну, лук тоже. Но в то же время хотелось бы и проверить, что это за оружие. Поэтому давайте, наверное, сделаем так. Улучшим. Маленечко на это улучшение. Хорошо, сделаем вот так. Третьего уровня мы сделаем и поставим его вместо лука. Просто для пробы. Снарядов, конечно, у нас маловато. Но давайте вот таким вот образом мы приобретем. Я сейчас, ребята, делаю чисто пробную. Пробную заходочку для того, чтобы посмотреть, что же все-таки представляет из себя вот это вот ледяное ружье. Если оно нам зайдет, конечно же, есть смысл его прокачать, накупить патронов и, как говорится, двигаться дальше в бой. Ну, а у нас 13-й эпизод. Поехали. Будем сейчас разбираться с врагами. Стой или иди. Так, ну, я понял, оно замораживает, ребят. Знаете, что мне не понравилось в данный момент? Или мне показалось? Да, у нее очень долгая перезарядка. Ну, как долго, относительно, если сравнивать с той же самой перчаткометкой, да? Там, конечно, долговато перезарядка идет. Ну, давай еще проверим. Так. Или мне кажется... Так, тихо. Да чтоб тебя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихонько, не подходите ко мне, упыри и вурдалаки, отойдите подальше от Роберта, вон он, Роберт, спит себе спокойненько. Кошмар, тут, ребят, не кошмар, тут действительно какие-то уже злодеи, тут прям, блин, Трансильвания какая-то. Это не сон уже, далеко не сон. Сны прошли уже, когда он был маленьким, и сейчас это уже какая-то реальность. Так, последняя волна, ребят, я... Блин, мороженое уже нельзя убрать, да? Ну давай, подходи.
заморозка. В общем, ребят, я скажу вам следующее, что, ну да, замораживает, останавливает, но все-таки перчатка, вот которая перчаткомет, мне кажется, это оружие лучше. Ну что, неплохой реворд мы с вами получили, так что, наверное, нам стоит 14-й, наверное, и 15-й эпизод мы точно сегодня с вами пройдем. Это однозначно. Так, что мне здесь показывают? Я, наверное, ребят, верну все-таки свой лук. Давайте мы его поставим вместо заморозки. Я столько, ребят, покупал, да? Снарядов для перчаткомета. И все так быстро это улетает. Жесть просто какая-то. Ну что, поехали. Короче, я, ребят, вас попросил написать мне в комментариях, что вы думаете по поводу ледяного оружия. Как оно, по-вашему, топчик, не топчик? Если скажете топчик, то будем, конечно, его прокачивать. Если не топчик, то будем обходиться без него. Оборот, не валите. Ну, я не знаю, мне кажется, что перчатка мед как-то, ну, эффективнее. Может быть, я заблуждаюсь. Может быть, я просто привык к нему. Такое тоже может быть. Но смотрите, на шипах замораживаешь врага, и он получает еще при этом урон. Это довольно круто. Вон, видите, они пробегают и просто урон такой получают. Обалденный. А если эти шипы еще прокачать, ой, так это будет вообще смак. Ну что, кто там? Выходи. Выходи по одному, говорю. Хоп-хоп. А заморозочка как вам? Прям на шипах. Замечательно. Так, где там овечка? Вон она. Так. Эти туманы. Ох ты! Я что-то как-то и не увидел, ребят, этих олухов. А что вот это у нас означает? Смотрите, перчатка вот здесь вот. А, перезарядка, видимо, да? Время перезарядки, понял. Ну, кто там? Давай, выходи. Так, давай заберем. Так, здесь нужно пробить вначале этот пузырь, в котором они находятся. Пузырь ужаса, можно его так прозвать, который их защищает. Да, довольно легкий, ребята, был уровень, мне понравилось. Жалко, я овечку не успел, конечно, прихватить. Ну, вот сейчас я считаю вообще шикарно. Смотри, 4188 монет и 111 минералов сна. Так, у нас сейчас будет с вами... Ах, вот он что, я думал, это зомби, а это, ребята, мумия какая-то. Так, есть смысл, конечно же, обязательно поиграть, посмотреть, что это за мумия такая. Я вообще обожаю, когда появляются новые монстры. Главное, чтобы они не были супер-пупер сильными, а то я завизжу. Ладно, ребятульки, поехали. 15 уровень 4 главы. Тут, по крайней мере, нет оборотней. Все, едем. Фух, я готов, я готов. Я сосредоточен как никогда. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь-то? Тедди, ты должен... Вот она, мумия, бежит. Фу, так, ребят, она медленная, ну, крепкая. Ох ты, откуда жуки такие взялись? Я не помню, чтобы они были у нас ранее. Ранее в серии, да, ребят? Жуки, которых не было. И... Мумия, отвали. А мы посмотрим, как она получает урон на шипах. Ну-ка, смотри. Так, мы не посмотрели, потому что лампочка его убила. Ну ладно, зато он все-таки, ребята, медленный. И это меня радует. Так, давай-ка посмотрим. Ага, вот они, ребят, бегут себе спокойненько. И мы их... Три выстрела нужно из перчаткомета, чтобы их подбить. Понятно, да, всем? Так, ай-яй-яй-яй-яй. Вот когда эти летучие мыши разлетаются по разным углам, это очень плохо для нас. Слушай, ну я не понимаю. Я вроде бы арбалет прокачал, лук прокачал вот еще на один уровень, но урона я не вижу от него хорошего. Если брать ту же самую игру «Болотная атака», то там действительно арбалет так арбалет. Он шпарит, будь здоров. А здесь ничего подобного. Ну что же, смотрим. Ну что, дорогие друзья, мы получаем 1192 монетки, 9 кристаллов и 187 минералов сна. И я думаю, что на этой ноте можно и завершить сегодняшнюю серию, да, как говорится, хорошего помаленьку. У нас еще, наверное, где-то на 2 серии получится видосиков по этой игре. Хотя, я не знаю, может быть, мы с вами пройдем и что-то другое здесь откроется. В общем, все это будем с вами смотреть в дальнейших сериях. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!